Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с тобой продолжаем играть в легендарный шутер под названием Калибр. Калибр мы продолжаем с тобой. Вот, в этой серии, наверное, мы качнем, возьмем с тобой Примак. Наверное, Примак мы с тобой возьмем, а может не возьмем, посмотрим. Вот, сегодня у нас что с тобой будет? Мне уж больно понравилось уничтожение, ребят. Пойдемте в уничтожение, сходим еще раз. Мне эта серия уж больно понравилась, кто не смотрел. Посмотрите. Посмотрите предыдущую серию, кто не смотрел, мне уж больно понравилось. Вот, а в этой серии мы с тобой еще сходим. Кстати говоря, скоро я 29 уровень апну. Да. Очень медленно, кстати говоря, уровни апаются. Очень медленно. Мне бы вот до 30-го бы докачаться. Ну, чтобы 1000 голды дали халявной. И до бустера бы докачаться. 1000 голды дадут. У меня будет 2500 халявной голды. И я смогу себе примак на месяц купить. Халява, халява. Почему бы не похалявить, да? Почему бы не похалявить? Вот. Ох, меня против каких-то дядек закинуло. Точнее, меня с дядьками закинуло. 59-й, вон 58-й. Это дядьки, ребят. Поверьте. Я сам-то 29-й уровень. Знаете, сколько уже качаю? Все, кто 50 выше 30, это все дядьки уже старые, пожилые. У них уже песок сыпется там. Вот. Задрот, короче. По-русски говоря, ребят, задрот. Вот, так что... Такие пироги. У нас что-то медик тупит. Руена, Руеха, Райх, Хена. Хрен прочитаешь, не знаю. Монколомары какой-то. Манкаламары. Взял я третий навык, ребят, уменьшение разброса. Не знаю, посмотрим, как работает. У него и так, в принципе, разброс небольшой у оперативника. Но я еще себе уменьшение разброса взял. Не знаю, будет ли уменьшение разброса работать, когда я навыком буду пользоваться. То есть, ну, обилкой своей читерной. Наверное, должен работать, правильно? То есть я вообще всех буду убивать. Имба, ребят. Просто имба. Матадор имба, ребят. А против нас тоже Матадор. Два читера в одной катке, да? Там же тоже Матадор, да, получается? Да. Тоже два читера в одной катке, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, Матадор против Матадора. Матадор против... А и там читерный стрелок, ребят. Там читерный стрелок, Матадор и Ворон, который будет хедшотом, по-моему, да? Ворон-то по хедшотам работает. И читерный Боунс за счет того, что он может... Ну там все, нам пизда, мы слили катку, ребят. Ребят, мы слили катку, не переживайте. Хотя у нас Старкада этот есть. Этот скандинавец. Который бегает там всех убивает с топорами, но... Не знаю, мне кажется, мы сольем, потому что там и стрелок этот читерный, Матадор читерный, Ворон тоже, ну, пиздец. Да и я, как видишь, 40, вот, 59-й у нас, да, 52-й, 46-й, то есть, ну, это говорит, что ребята опытные. У них оперативники вкачаны. Хотя я чуть не посмотрел, у нас там что, оперативники как вкачаны, хорошо, нет? Ну, в общем, ладно, я, в принципе, знаю, что мы уже сольем, я как бы спокоен, понимаете? Я просто анализировать умею очень хорошо, ребят, ситуацию. Зарабатывайте очки, уничтожая противника. Я Наберите еще тот анализер. Анализер великолепный. Че, тут закрыт, открыт? А, тут открыт. Тут открыто. Тут открыто. Ебать, он там всех зарезал. Он там всех зарезал, я билку юзнул, он там всех зарезал. Он там всех зарезал. Блять, не успел, да. Я понял. А мы около респы их, я хотел этого поднять. Хотел сделать хорошее дело. А зря он ждал, надо было вставать и все, я не знаю, что он там это... Что он там лежал-то? Зачем? Сильнулся. Сейчас, подожди, у нас это попадет. Я же юзнул. А я же юзнул. Я же должен был воскресить. Противник.
Охренеть, меня прям в точку стреляет. Блин, кто там? Охренеть, прям в точку стреляю теперь, ребят. Читы легальные, мне нравятся. Легальные читы. Мое все, моя любимая оперативная. Матадор. Охереть, у нас что за мясо такое происходит, алло. Это по хедшотам, что ли, работает? Я правильно понимаю? Враг набрал половину. Хоть нажмите. Непонятно, ребята. Там эти все уже лежат. Наш это просто Старкрафт этот заходит, просто там всех кладет. Просто он заходит, он тоже читерный этот оперативник, Старкард вот этот вот. Он просто читерный. Смотри, что пацаны делают, ужас просто. Ходи, блядь, я знаю, что ты здесь. А, падла. А, он под обилкой, кстати, идет медленно. Он под обилкой под читерными своей. Матадор. Матадор, матадор. Быстро, да, катка прошла, ребят? Раз, и катка прошла. Дольше катку искали, чем катка идет. Охереть, этот бегает там просто не в себя. Блять, этих тоже надо было зажать. Эх. Пизду, я уйду. Враг близок к победе. У вас остался последний шанс. Жестко, блять. Жестко. Читеры против читеров, ребят. Читерные классы против читеров. Вот это жестко. Сам на своей минке подорвался. Молодец, красавчик. Вот это... Охренеть, ребят. Всех положили нахуй. Читы в действии, ребят. Че, респавнитесь? Кобылку мы здесь оставили. Блядь. Отойди, блядь. Охренеть, у меня точность теперь... Слушай, мне нравится этот навык. Ну, у меня точность повысилась многократно. Охренеть, они все там. У меня точность многократно повысилась, ребят. Благодаря этому навыку у меня точность повысилась многократно. Да, блядь, да ну вы их... Блядь, пиздец, он там один, блядь, остался. Там один... Иди нахуй, там один снайпер остался, блядь, и эти дали им разрезаться, блядь. Ну, пиздец, блядь, ну, блядь. Видали, какая точность у меня классная? Просто я выхожу, зажимаю Q, все нахуй сбрил сразу строй. Вот, класс, мне нравится, ребят. Ссылочка в описании, ребят, если кто-то хочет тоже почитерить, пока не пофиксили, ребята, легальные читы. Ссылочка в описании. Ссылочка, ребят, в описании. Девятерых мы замочили, да, 1000 урона дали. Нормально, нормально. Вот, ну, жестко было, ребят. Согласитесь, было жестко, прям, ну, прям мясо такое, прям, прям мясо. Так, ликвидировать ботов, да, что-то тут надо и что-то еще сделать, ага. Мы это, кстати говоря, сделали. Ликвидировать противника в состоянии менее чем 10 метров, ага. Блин, надо бы доделать или не надо? Ну, как бы надо, чтобы 30 тысяч получить халявных, ребят. Надо победить в любом режиме. Победить в режиме зачистка. Да, что-то здесь много делать. Ликвидировать бот Химк. Ну что надо нам? Четверых, да? Четыре задания каких-то сделать. Ладно. Эту мы не взяли. Нам осталось чуть-чуть, буквально один бой. Мы возьмем с тобой контейнер 12 уровня. На 13-й. Мы возьмем с тобой примак. Примак на 2 дня. Вот. Вот такие вот дела. Да, на 2 дня примачок мы возьмем. Я думаю, знаете что? Наверное, в среду, ребят... Когда обновление обычно происходит в среду, вот этих вот еженедельных заданий происходит в среду. Я думаю, в среду будет стрим.
мы на стриме будем выполнять еженедельные задания, ежедневные задания. Мы как раз возьмем с тобой примак на 2 дня. Примак мы с тобой возьмем на 2 дня и будем играть за Матадора. И читерить. Читы использовать за Матадора, будем просто всех нагибать, и все. И все. Вот такие вот дела. Да. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. Всем до встречи, всем пока.